В коротком обзоре хочу показать один из своих рабочих воблеров. Это IM Company Master Tired, 75 мм, весит 6,2 грамма, цвет М18. Работает хорошо на карьерах, на окуню и щуку, на небольших речках. Вот. В принципе, и на озере будет работать. Применяется для ультралайта. Стоимость у него невысокая и эффективная. Сделан достаточно качественно. Конечно, сами для себя решаете, стоит или не стоит такой брать. Ну вот, как вариант рассмотреть можно.